отец у меня умер рано у нас на руках. И за день до этого сказал, что вот надо, чтобы ты была врачом, чтобы помогала людям, видимо, понимая, что уходит. Так что выбора у меня не было. Всегда распространены в мире. Но в Республике Средней Азии, где жарко, тепло, это была просто актуальнейшая тема. Вот это вот, наверное, и заставило создавать отряд, большой отряд инфекционистов. А выезжая, вот очень часто оказывать помощь, я просто получала моральное удовлетворение и все больше и больше в это вникала. Пришлось самой себе создавать рабочее место. Ну, благодаря связям с научным миром меня пригласили открыть лабораторию иммунологии в клинической больнице имени Семашко. Что я и сделала. Совместно со своими коллегами создали новую лабораторию иммунологическую. Это было новое веяние в медицине. По 24 параметрам мы проводили исследования. Мы сейчас занимаемся изучением клещей, эксодовых клещей на территории Крыма, которых собираем. Вот. Их исследуем на зараженность различными возбудителями инфекционных болезней. Благодаря этой работе мы уже в мировом банке зарегистрировали 12 новых возбудителей, обнаруженных на территории Крыма.